Каким зорницам несет наших братьев домой, снится мне каждую ночь. Когда оазисы желала вода. Здравия желаю. Извините, я выполняю приказ. Разрешите доложить. За время моего дежурства никаких происшествий на посту не было. В окне автобуса поплыл ебаный военкомат, а тёлки тупо сбились в кучу, машут, что-то кричат. Ну что ты в армии нахуй? Оу-оу, теперь ты в армии нахуй. Кругом затылки мудаков, тебе подобно приста, и мысль одна на... Извините, я на посту. Добрый день. Автомат Калашникова АК является автоматическим оружием с газовым двигателем автоматики, магазинным питанием и воздушным охлаждением ствола. Ударно-спусковой АК. Бурковой. Здравствуйте, товарищ майор. Только что звонили из штаба. Всем офицерам приказано пройти инструктаж в медсанчасти. Поторопитесь, вас уже ждут. Привет, майор. Загляни ко мне вечером, майор. Обмоем твою новую звездочку. Сегодня у офицеров будет шикарный обед. Товарищ майор. Так, похоже, рессора полетел. Придется менять. Нет, меня тошнит. Солдат спит, служба идет. Ненавижу противогазы. Надо бы в столовую сгонять.
Здравствуйте, товарищ майор. Меня просили ознакомить вас с новыми экземплярами средств первой медицинской помощи. Новые образцы поступили только вчера, поэтому нужно провести инструктаж личного состава. Итак, эта маленькая аптечка поможет вам восстановиться после легких ранений. В комплект входят обезболивающие и бинты для перевязки. Большая аптечка – лучший способ восстановить здоровье и потраченные силы. В комплект входят стимуляторы, транквилизаторы, а также все необходимое для перевязки. Помогает выжить даже при самых тяжелых ранениях. Надеюсь, вам все понятно. Кстати, вас просили заглянуть на склад экипировки. Не забудьте об этом. Желаю, прапорщик Сомов послал меня за вами. Он ждет вас на складе. Сегодня завезли новую экипировку. Вам нужно ее осмотреть. Я провожу вас до склада. Мне нельзя покидать пост. Сорок! Нет, 50 отжиманий! Это вам армия, а не курорт! Я покажу вам, бездельники, как шланговать! А ты, рядовой Соколовский, пойдешь у меня завтра в наряд! Вчера сдавали нормативы по стрельбе, я лучший! Ну вот, мы пришли. Наш прапорщик ждет вас. Заходи, майор. Сегодня нам завезли кучу новой экипировки. Пора разобраться, что к чему. Примерь этот бронежилет. Это новейшая модификация. Облегченный вес и повышенная прочность защитных пластин. Вещь. Этот шлем мы...